Нет, сиди. Ну вот иди, иди, что? Подожди, разошлись. Разошлись. По швам? Нет. По швам пошли. А, миниатюра. Давай. Короче, отец и сын, да. Папа, дай мне это. Я хочу научиться танцевать папе. Но у меня нет ног. Что мне делать? Слушай, я говорил тебе, давай купим тебе ноги. Ну как? А как я купим ноги? У меня их нет. Я ж не в кепке их ношу. Нет там ног. Закрыл, нет, не могу надеть ногу на с кепки. Что мне делать? Слушай, сын, я тебе говорю, встань и иди. Встань и иди. Встань и иди, встань и иди, встань и иди. Ну не идешь. Ну ладно, 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 ладно. И ладно. Ладно. Вот, возьми на колени, он мне все равно не нужен. Короче, сын, я вот так вот на лыжах катался, думал тоже упаду, но не будет. Короче, я быкую. Короче. Мне просто без звука было смешно. Посмотрите, интересно. Пап, у меня ноги отросли. Пап, ты меня полил пивом. Я научу тебя ходить заново. Вот так крутят гелик. Смотри. Вот так. Сейчас реально кому-нибудь без ног останется. И тут, ну типа медленно вырастает тебе. Сын, у тебя же вырастает. Пап, что? Я теперь могу стоять и прыгать и вот так делать. Мне так ты больше нравился. Все, перерыв окончен.